Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Мазин Холиплей. Первый сервер, маник здесь Кирилл Путболь. Не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Мой промокод можно вводить на любом сервере, пишите капсом вместе Кирилл Гейм. И при достижении 5 уровня вы получаете 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получаете 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получаете 150 тысяч. Итак, пацаны, сегодня у нас такой необычный видосик, в принципе, если что-то не кликбейт, поэтому посмотрите видос от начала до конца, чтобы понять всю суть видео. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжаете, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударстах. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Итак, думаю, как многие знают, я начал недавно сотрудничать с Амазингом. То есть, да, мне платят, пацаны. Сразу отвечу на вопрос, типа, сколько тебе платят. Точную сумму я вам сказать не могу, потому что это запрещенная информация. Я думаю, вы понимаете. Мне платят довольно-таки мало, если что, поэтому можете там не бомбить. Типа, вот, я продался и так далее. Да, у меня покупают серии, но, по мнению, я как бы не продал. Итак, вам, думаю, интересно, почему так видео называется, типа, я почти администратор. Да потому что есть такая тема, как ютуберка. Сейчас объясню, что это такое. Ютуберка выдается ютуберам, думаю, это, в принципе, очевидно, что в нее входит вообще, какие функции в ней. Сейчас я вам, в принципе, расскажу и покажу. Итак, давайте начнем с самого начала. Ютуберка выдается администратором, либо руководителем, в принципе, без разницы, как бы. Когда я захожу на сервер, всем админам пишется, что я зашел на сервер, как бы. И также есть чат администраторов, вот, чат называется. Туда я пишу, и все админы видят мое сообщение и мне могут ответить, как бы. Это сделано для того, чтобы мне нужна какая-то помощь была, типа я или задать вопрос и так далее. Но думаю, это все понятно, в принципе. Недавно вроде бы как добавили вот такие вот, пацаны, интересные команды. Команда ТП, видите, я могу телепортироваться куда угодно. Давайте я включу интерфейс, чтобы, возможно, кто-то не верит, что такое возможно, как бы. Сейчас я вам все это покажу. То есть, ютуберка, пацаны, есть админские команды, как бы, да. Не все, конечно, но многие самые полезные команды мне доступны. И сейчас я вам, в принципе, их покажу. Так, первая команда, думаю, это давайте ТП, телепорт. Ну, допустим, давайте ТП-хнемся в автошколу. Вот, видите, все, я телепортировался в автошколу. Вот там чат, в принципе, и так далее. Все здесь, я думаю, видно и понятно. Я могу ТП-хаться, ну, в любое место, грубо говоря. Как бы, да, это очень круто. Вот, реально, я такого еще нигде не видел. За это респект, реально, Амазингу. Потому что я вот попользовался, сегодня целый день играл с этой темой, короче. И я понял, блядь, это очень круто, блин, реально, это очень круто. И я теперь смогу меньше времени тратить, там, добираться куда-то, просто тпхнулся и все. И будет довольно-таки удобнее записывать видосы. Сейчас я вам покажу еще некоторые команды. Я себе могу выдать любой скин с помощью команды скин. Давайте смотрим ID 228 и, допустим, скин вот такой вот могу себе выдать, пацаны. Да, в принципе, это единственный скин, который я знаю такой интересный. Также я могу себе выдать скин там 250, например, либо 299. Мой любимый скин, кстати, вот он. Я могу в нем бегать спокойно. Это временный скин, я перезайду, он пропадет, но в любое время я могу себе его как бы поставить. Поэтому это очень круто, пацаны. Итак, что еще есть за команды, давайте вам покажу. Также есть команда телепорт по GPS. Пишите GPS. Потом, допустим, давайте телепортируемся к моему бизнесу. Давайте его найдем в GPS. Вот, Titan Kill Game. И пишем вот такую вот команду. Go to GPS. Сейчас, go to GPS. И все, я моментально телепортируюсь к своему бизнесу. Это довольно-таки очень удобно и классно. Также я могу телепортироваться к своей машине. Каким образом? Пишем GPS Auto. GPS Auto. И смотрим ID. 468, окей. Пишем go to car 468 и я телепортируюсь, в принципе, к своей машине. Я могу тпхаться к любой машине, если я знаю ее ID, как бы, да, вот такая вот тема тоже классная. Также я могу себе выдать любое хп, вот у меня ID, как бы, 228, давайте set, нет, просто set хп, да, по-моему, set хп 228 и выдадим 1000. Да, видите, пишется, что типа администратор Кирилл Путболь, но на самом деле я не администратор, это просто такие функции ютуберки, но это очень круто, пацаны, на самом деле, реально, это годная тема. Теперь я могу спокойно стримить, спокойно перемещаться.
Да, пацаны, у меня есть такие функции, но я могу использовать только на себе. То есть я могу либо только себе выдавать хп, могу телепортироваться. Оружие, кстати, могу тоже выдавать. Вот такая команда, Give a Gun. Видите, давайте пропишем Give a Gun. И вот все оружие, какое я могу себе сделать. Давайте для, чисто, чтобы вам показать, пропишу я вам Give a Gun у себя. Ган создам. Так, 228, оружие у нас получается какое? 38 и, ну, 500 патронов, допустим, да, вот. Я себе сделал миниган, видите? Как бы, да, это очень круто, пацаны. То, что, блин, я могу себе миниган делать, но убивать мне просто так никого нельзя. Это просто есть такие функции, но делать так нельзя. Ну, вроде бы все я вам команды, в принципе, показал. Есть еще команда спауны, но она почему-то не работает вообще, ничего не пишет. И как бы она не работает. Не знаю, может это пофиксит, может не пофиксит. Но то, что, блин, я могу тпхаться куда угодно, это очень круто. Допустим, я могу тпхнуться, ну, на паркур-карту. Допустим, я могу вот здесь заспавниться. Можно будет, пацаны, что-то интересное поснимать, поэтому пишите свои идеи в комментариях. Что можно поснимать с этими функциями, с телепортом, со скином там и так далее. Я, видите, могу с минигана там стрелять, допустим. Ну, в людей я, конечно, не могу стрелять, могу кого-то напугать чисто для пранка, снять видос, либо еще что-то. Давайте я объясню, почему мне не выдают именно админку. Честно, я ответ на этот вопрос не знаю. Как бы, мне кажется, я заслуживаю админку, потому что, блин, я уже снимаю на Амазинге 2 года, играю на Амазинге 3 года. Вообще в КРМП играю 5 лет. Я привел на сервер достаточно много людей, как бы, да. Вот, всем спасибо, кстати, кто регается на мой ник, реально очень приятно, просто красавчики все. Также мой промокод много ввело людей, как бы, это тоже достойно, видите, в принципе, 280 людей ввели мой промокод. Промокод, или что, можно вводить на любом сервере. Как бы, я снял по Амазингу 1000 серий, даже больше. И, блин, я постоянно здесь снимаю, и Амазинг остается для меня основным сервером. Я не знаю, почему не хотят админку выдавать, в принципе, я спрашивал, мне написали нет. Ну, нет так нет, в принципе, я думаю, ничего страшного. Тоже классно, что у меня есть и такие функции, телепорт, оружие, хп. А, еще я могу машину, кстати, чинить. Давайте я вам это покажу. Давайте телепортируемся к машине, допустим. Так, 468, 368. Телепортируемся к машине. И мы можем ее починить с помощью команды FigVeg. Давайте я вам, в принципе, продемонстрирую, что еще я могу. Вот, допустим, давайте я врежусь и сломаю машину, да? Там вот бампер сломал. Вот, все, я сломал тачку, пишу FigVeg. И все, машина у меня целая. Как бы, да, вот такие вот функции у меня есть. Как по мне, это очень круто, пацаны, поэтому обязательно ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Я думаю, это все понятно, показал вам, как, что вообще происходит. Мне очень нравится, что у меня есть такие функции, реально моя жизнь облегчилась намного. Теперь смогу, как бы, поприкольнее видосы снимать, быстро тпхнуться, куда мне нужно, там, тачку починить и так далее. Это очень удобно и круто. Реально респект Амазингу за то, что они ввели такую функцию именно для ютуберов. Это очень круто, но на никаком проекте такого нету для ютуберов, не сделано ни чата, ни возможности и так далее. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city.